Привет, девчонки! Сегодня покажу вам повседневный макияж, очень легкий и быстрый. Все использованные продукты я напишу внизу под видео, а сейчас беру тональную основу от Yves Saint Laurent. Time is moving so fast, I do my dirty deed. Let's go on in life, let's see my fire. Возьму консилер, у меня из палетки Makeup Revolution, высветлю зону под глазами, лоб, нос и подбородок. И рассыпчатой пудрой от Flor Mars закреплю все это. Далее бронзером от Wet n Wild сконтурирую лицо. Дальше контурирую нос, но растушевывать бронзер буду кистью от пудры. Переходим к бровям. Брови я, как обычно, заполнила тенями. Потом беру палетку от Essence. Светлый оттенок наношу на все веко, а темным оттенком буду выделять складку века. Мне показалось, что я недостаточно затемнила нижнее веко, поэтому я добавила еще немного самых темных теней из палетки. У меня есть 4 оттенка похожих розовых помад, я не знала, какие выбрать. В итоге я решила смешать 2 помады, одну светлее, другую темнее, от NYX. Завершаем макияж хайлайтером от Makeup Revolution. Ну что ж, девчонки, вот такой вот на самом деле очень легкий и быстрый макияж на каждый день. Если вам понравилось, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.